Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой влог. Вечер, дожор, да, Настя? Угу. Завтра уже утром приедем в Краснодар, да? Угу. Поедем дальше. Едем. Второй день. Угу. Мы будем спать вторую ночь в поезде. Через минут 10 подъедем, будем выходить. А вот уже видели стадион и новые дома Краснодара, новостройки. Пока поезд движется медленно. Сейчас температура наружу 28, внутри 25. А, 27 внутри. Так что мы плавно-плавно приближаемся. Настроение отличное, позитивное. Тут уже собрались вещи, все собрали. Вот. Предвкушение дальнейшего путешествия. Через 3 часа автобус, который нас повезет в Керчи, через новый мост и в Ялту. Приедем поздно-поздно ночью. Вот. Так что у нас вот такой вот далекий путь. Ну все, мы приехали, мы в городе Краснодар. Все, иди вниз? Да. Да какие мощные. О, там ступеньки впереди. Уже на автовокзале, здесь под крышей вообще комфортно, здесь 26 градусов, воздух такой классный просто, не то что у нас, конечно же, в городе, вот дышится хорошо, будем ждать автобус, и, в общем-то, у нас времени не так много, ограничено все равно, дождем автобус, посидим здесь в тенечке, и потом уже поедем дальше. Здесь разные автобусы, на Геленджик, на Анапу, там еще куда, Белореченск, в общем-то, это разные-разные это места отправляются. Ну что, мы с вами уже на улице Красной. Достопримечательность Краснодара. Погода что-то портится, небо такое склонное к дождичку. И вот так выглядит сама улица. Веселое приключение продолжается. За окном обливенный дождь. Мы промокли просто до нитки, одели все, что на себе можно. Промочились вообще, пока бежали до автобуса, который нас повезет на Ялту. Все мокрые. Юха уже тут полностью разделся, снял все. Ой, все штаны мокрые, все мокрое, дождь. Просто обливенный был град ужасный. Ой, не град, а гром ужаснейший. Мокрая у меня одежда, вот и повесила уже тут у меня все насквозь мокро просто. Вот хорошо, что две одевала, футболка только сухая осталась. Илюха поменял футболку, мам там тоже приводит себя в порядок, Настя там дальше, ой, вообще, в общем, приключения у нас тут продолжаются. Хорошо, что сейчас мы хотя бы сидим в сухом автобусе, на нас ничего не льет.
12:45 мы будем выезжать с автовокзала Краснодара и дальше на Ялту. Что такое? Весь промок. Весь промок? Что сейчас высохнешь? У нас первая остановка на заправке тут перед мостом. Народу много. Скоро мост, да? Мы практически уже высохли в автобусе. Что, вы что-то хотите брать? Или что? Ребят, ну, знаете, хочу вам сказать, что мы в пятером едем вот в этом большом автобусе, пятером. Нас везут два водителя. Вы понимаете, это личный автобус с двумя водителями. Вы можете себе это представить для нас? Сидим, вещи висят, сушатся. Автобус просто пустой, вы видите, да? Настя тут, Настя, помаши всем ручкой. Это только до меня сейчас дошло, что этот автобус едет в Ялту только для нас. С двумя водителями. Это вообще просто. Вот что значит единый билет РЖД. Выбирайте железные дороги России. Мы уже проехали Феодосию, теперь едем на Симферополь. Следующая будет после Симферополя, будет Ялта. Телефон у меня разряжается. Снимаю, может быть, не знаю, последнее это видео на сегодня, потому что телефон просто разряжается. Вот. Ну, в общем, третий день пути, но мы еще в дороге, мы еще не доехали. Настроение отличное. Да, эти сиденья откидываются прекрасно.
Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко, целую, говорю вам пока-пока, до новых встреч на моем канале.